Всем привет! У нас сегодня среда, и мы поехали в Икею. Ну, там будет рядом Майоби, в общем, не знаю, куда успеем, туда сходим. Посмотрим. Успеть-то мы успеем. А что? Вот, просто жарко. А на улице, кстати, 35 градусов. Долбаемся ходить. Может быть. Знаете, какие новые дома здесь? Громадина. А где парковка? Смотри, прям дом за домом, да? И высокие такие дома эти. Так вон Аби виднеется. В общем, туда мы едем. Мега, Аби. На улице пекло просто, да. Самое настоящее пекло. Там реально как в Анапе больше. Где вход? Вот этот диванчик небольшой. Мне нравится тебе такой, нет? Все посмотрим вначале. Ну-ка, открой. Тут ящики получаются. Только нет этих, куда класть вещи. Тут такой же. Другой. 2 на 60. А, сюда потолков сколько? Да. Большой. 2,30. 2,30 потолки, да? Угу. Ну, вот даже меньше, наверное. Это, кстати, все комплект. Вот 39 600, это этот комплект весь. Но, понимаешь, что тут нету полок. Ну, полки только такие большие. Не очень хорошо. Но вещи какие-то сложить. Тут висит, а я в одну половину хотела, чтобы было типа как с полками. Ну, не одна большая половина, а вот так бы половину отделили бы и сделали полки. В общем, такой большой комод. Ну, только, понимаешь, вот у нее спинка большая. И там, не знаю, удобно ли сидеть, смотри, как она. С такой штукой. Ладно, пойдем дальше. Жалко источника HDMI от сигнала. А это они тут что-то проецируют. А что это? Это наша серия. Угу. Малим. Угу. Так у нас он такого деревянного цвета. Кухоньки. Угу. Вот видишь, какой светильник вот стал. Угу. Это как куб был там в этой в Икее. Вот вверх светит. Ну, это над столешницей конкретно. Вот смотри, тут, видишь, одна часть вот так. Для вещей.
Ну только это, видишь, мне не нравится, что вешать так надо. А все, наверное, большие. Чисто, сейчас с тобой фиг, сейчас наберем еще. Это блоки низкие. А вон кресло, смотри. Где-то я его уже видела. Да. Похожее. Ну, в принципе, они удобные вот эти. Классно. Такой синий, только серый, не знаю. Хотя... Не встану. Вон еще диванчики, посмотри. Нет, у вас диванчики. Да. Видишь, тут еще всякие вон пледы, можно подушки. Метр 80. Хотя он, видишь, раскладывается. А сколько у вас там места есть? Там много мест. Все зависит от того, что вокруг будет. Вот поменьше, да? Угу. 1.43 метра. Ну вот поменьше. На 2 человека. Нет. Такой, как-то стружка, но ничего. Ну нормально все. Он раскладывается, да? Ну, не знаю. Видишь, этих вот полно всяких диванов. Вот столик, смотри. Вот такого плана столик нужен перед этим. Непонятно. Такого, наверное, плана нужен перед диваном. На колесиках. Да. То есть у него вот есть поменьше. Вот этот 2.999, тот 2.600, то же самое. Просто размер разный. Ну, либо вот такой, видишь, но он тогда не на колесиках. Не, вот этот не будет колесик. Угу. Вон есть вообще такие, видишь, большие. Угу. Ну, это уже большие прям нафига такие. Такие не нужны. Фейковые цветочки. 169 рублей за 3 штуки. Кожаные диванчики. Да, мебель красивая, да? Ну-ка. Да. Серый, красивый. Так, нам-то кровати нужны. Вот стеночки тоже, смотри. Да. Если что там, чтобы телевизор там. Но это опять чуть-чуть низковато. Да. Нам нужно, там было что, типа барной стойки. Уже поставить там какие-то бокалы, что-то. Смотри, Сёж, какие эти. Мне нравятся такие. Может, такие на веранде повесить? Только интересно, как лампы меняются? Тут они стандартные. 2.999. Так он, вот это абажур, стеклянный абажур. Есть что молочное стекло. Она только низко будет, наверное, висеть. Или как там, цепочка поддергивается, нет? Вот этот столик, видишь? Да, вижу. В интерьере. Ну, вот такого плана, не знаю, поменьше даже, может.
Да, просто надо поставить. Коробки 299 рублей. Вот сантиметр, кстати. Здесь все нужно. Чтобы вот именно таких. Смотри. Слышишь, Сереж? Смотри. Вот по телевизору можно поставить вот такую, вот таких вот две штуки. А рядом подобрать еще что-то типа бара. Ну вот, вот такую. Из серии такой. Но он высокий зато. Ну или одну даже. Ну или две, там надо смотреть. А вон там есть витрины, видишь, отдельно. Вот, видишь, вот так стоят, но вот эти низкие надо заменить на высокие. А вот верхнюю полку нам не нужно. То есть нам надо подобрать такой комплект, чтобы вот внизу стояли высокие, а рядом что-то под стекло. Смотри, вообще есть какие на стенку вешаются. Вот этот шкафчик мне, кстати, нравится. Но он тоже, наверное, высокий. Даже не вижу. Угу. Вот так вот такие, да, вот есть. Только по телевизору, ну, по-моему, не слишком высоко. Слишком высоко. Ну вот если высокие какие-то, видишь, шкафы. Тут бокальчики висят. Вон, смотри. Что там? Вот все вот эти нижние шкафчики низкие, а я хочу высокий. И бар я хочу открытый. Вот, вот это тоже, кстати, бокалы. Вот. Я хочу, чтобы они были виднелись. Так. А вот там что-то, подожди. Что? Вот тумбочки, видишь, разные, конечно. Каким закрывашечкой? Да? Тут таких, может, и нету. Детские пошли всякие. Детские комнатки.
Такой шкаф, который пониже чуть-чуть. Смотрите, какая поверхность. Свет сразу зажигается, классно. Но все высокие очень, нам надо пониже. Вот смотри, видишь, сюда иди. Вот видишь, вот. Надо вот такое с чем-то. Вон, бери вот это без верха. 22. Без верха надо брать. Я не помню, позвони, скажи, чтобы он померил, сколько у нас. Гардероб Витхус. Вот нам понравился. Получается, просто полочки. Здесь можно там носки, белье положить. Здесь висячее что-то. Нам надо к нему еще что-то подобрать. Значит, пока. Это какая высота? Два одиннадцать. Два одиннадцать. Слушай, ну даже чувствую, что. Вот этот, конечно, красивый, но он сереньким таким. Вот еще комод из этой серии. Это серым уже пошло. А так, видишь, вот любой берешь, вот такой, к примеру. Под телек. Работает так себе. Не скажу, что в восторге. Шлепаю, да? Шлепаю. Вот это 3, оно идет. Оно стоит даже дешевле, чем тут. Размером больше. Да, беленький. Да? Можно? Все нормально, смотря что будет стоять в других местах. Вот это с доводчиками. Высота хорошая, да? Это очень высокий, на самом деле. Высокий? Угу. Mm-hmm. Это мое детство или дотики. О, сколько здесь минут? Минута, нет, 3 надо, да, 5? Тут написано должно быть. Не написано, сколько минут. Прикольно. Но это для интерьера. Можешь такие взять? 600 рублей. За такую игрушку. Это для декора. Нет, если сама в цвете переворачивалась, было бы декором. Нет, ну у меня в детстве тоже были обычные песочные часы такие, но а это для декора. Стекло.
А где та кровать, которая была вот с боковыми полками? А вон она. А может, не она. Пойдем посмотрим. Вот кровать Мальм. А вон, кстати, вон шкаф невысокий. Вон белый. Сверху можно коробки ставить. Вот смотри, вот тебе не нравится такая кровать? Вот, видишь, тут просто, ну вот, сидеть, там, видишь, ничего нету, тоже сядь там. Метр 80 на 2. Так она 1,80 м на 2. И вот шкаф, пойдем глянем. 1,76 м вообще. Такой маленький он получается. Маленький будет. Ну, хотя как маленький, не знаю. Маленький. Маленький. Это кровати, видишь, эти ящики еще. И вот, кстати, видишь, вот напротив можно поставить вот. Это обычная высота. Тебе все низкое здесь кажется, потому что просто оно все большое. Вот это, которое мне понравилось. Ну, на картинке она понравилась. Но она железная тут, не знаю. Железки не нравятся. Само основание мне, кстати, нравится. Вот, ну, я имею в виду основание. Но вот железное не нравится. Но под нее ставится это, видишь? Тумбочка. Так. Ну тогда вот кровать Мальм остается вот та. Какие кружечки. Стой, перегораживаю все. Все ж вот, смотри. Вот это Мальм 1,60 м. Ну, как тот 1,80 м был Мальм. Вот 1,60 м. А вот еще есть, смотри. Ну, прикольно. Вот у нас длина комнаты позволяет вот так. Ширина комнаты позволяет вот такую штуку поставить. Вот это, смотри, здесь можно еще что-то ставить, и тут тоже чашку поставить, все что-то. Ну-ка, достань вот эту. Открой, вернее. А, это ящик хороший довольно. Ну-ка, а какое там дно? Какое выберешь, какое будет. Дно надо получше выбирать, которое такое. Не самое дешевое. Ну, вот это, кстати, ничего, кроватка. Видишь, тут можно всякие мелочевку всякую класть. Вот это нравится тебе? Ну, вот это нравится, что это? Это Бриминс. Бриминс, каркас кровати, изголовье, перекладина. Что такое перекладина? Речное дно. Ну, вот тут вот такое речное дно. Ты посмотрел, оно какое? Хорошо. И матрас 11 тысяч вот этот. Уже, да? А, оно такое большое. Хороший магазин, хороший. О, слушай, так проваливаешь тут. Ты сядь ты на него. Сядь. Он мягкий. Чука, пожалуйста, нормально.
Ну, не то, что мягко, но так. Он... Матрас толстый, вечно, но не должно вот это. Вот эта кровать мне нравится. Так что это цена? За что? Вот это включает, цену включено. Вот, каркас кровати. 10 тысяч. Изголовье. Надо к продавцу обратиться. Это вот эта, которая, ну, вот штучка, 5 тысяч. Перекладина 1000. Реечное дно 5. И матрас 10,99. Ну, с матрасом. Нет, 16 штук включено. Каркас белый, и все. Прикладина. Нет, каркас стоит 10. Изголовье 5 и перекладина 1000. Вот это входит в стоимость. Это речного дна и нету матраса. Речный дно и матрас ты можешь любые купить. Но как бы они предлагают вот такое есть. Вот еще есть, смотри. А может, мы вот эту смотрели? Нет, ну это... Это вообще навешивает. А, это вообще вот кровать вообще без этого. Это просто, это вообще, я так понимаю, навешивается. А смысл в этой штуке, когда это... Вон железная кровать. Это как да. В Анапе было. Узенькая. Узенькая? Ну какой размер? А, вот это уже сотка. Речное дно включено. Ну-ка, а что это за речное дно? Такая же есть и 1,60 м явно. А ну это обычное. Дурацкое. Вы что, ничего не купили даже? Ну, мне что не купили? Вон, я тебе говорю, та кровать нормальная. Короче, смотрим мы серию Бременс. Присмотрели шкафы, вот комод. Там много что присмотрели. Ну, какой чайник я хочу, давай купим. Удобно, выкинула все, не надо прижимать прессу. Домой. Все равно мыть его надо. Ну надо, но просто выкинула все. Может, повернуть надо? Надо пробовать. Да. Ёшка, и вынимать эту штуку выкину. Вот штуку выкидываешь, моешь, удобно. А там тот вот обычный. Смотрите, чашечки приятные, да? Скажи, ну маленькие. Вот объем-то здесь. Хороший объем как раз, чтобы заварить. А то у нас вечно завариваем, две чашки налил и ничего нету. Что с хорошим объемом? Какой объем здесь? Вижу, ничего. 1,5 литра, нормально. Как раз заварил вот так вот и нормально. А то в тех маленьких завариваешь, уже ничего нет. Это ночью или домой? Я домой хочу. Нормально откручивается? Нет. Да давай возьми другое, а то, может, доломали уже. Смотрите, какое зеркало. Замочки. Так, детскую зону мы проходим. Детскую зону мы проходим. Так, мы уже внизу, мы тут давно ходим. В общем, купили еще, взяли еще вот постели чуть-чуть. Вот это, а так мы все сфоткали, что нам надо будет. Потом на сайте закажем. Вот, сейчас смотрим. Вон. Ну, хорошего тут много, что ж. В принципе, идем к кассе. Тапочки. 229 рублей. Какие-то странные. Вон это, тапки как твои. 329 рублей. Из овчины это. Прям. Размер-то посмотри. 37-40. Нет, тебе надо побольше, не эску. Что это мне на кое нужно просто? Ну 37-40 это не то. Одного размера есть. Коричневый себе. У нее белый запачкается. Правильно? Да, размер посмотри какой. 37-40. 41-44 тысяч. Нет, вот тут вот разные, видишь? SM. Нет. LXXL. Вон там, смотри, там. Тоже серый.
будет сзади. Вот что? Вот Эликсы. Ну куда ты их здоровый? Ну так ты же засунешь ногу, они же не должны тебе это. Они же мягкие там внутри. Засунуться же только со временем. Ну, мне кажется, нормально. Смотри сам. А средних-то нету между тем и тем. Ну, две штуки. Коврами, наверное. Не, золотая мне вообще не нравится, а та, ну не знаю, спорная много. Так, дошли до мебели, но это мне не нравится. Для сада. Плетенка. Серый диванчик, знаешь? Низкие, низкие все стул, столы. Короче, не Ахтунг вообще. Нет. Некрасиво, низко. И коричневая, а не серая. В общем, все нам не подходит. Нам не подходит. Так, ладно, тогда идем на кассу. Пришли мы на кассу самообслуживания. Там очереди бешеные. Там, где люди стоят с тележками. Пакет такой не хочешь взять? Нет, зачем? А мы в машину, а потом в АБИ. Да. Здесь обувь же, ну, тебе нужна маркировка. Вот, можно. Ну да. Сейчас возьмем фрикадельки и два хот-дога. Да. Это наши хот-доги? Да. Угу. Так, ну что, взяли мы хот-доги, вот такие штучки, там фрикадельки. Сейчас перекусим, то надо в АБИ еще сходить. Что, я так уже хот-догался? Ну, надо в любом случае. Что, что теперь, мы уже тут? Пойти все посмотреть. Открыли мы везде вон окна. Сидим. Все, так что выключаемся, будем кушать. Ну, то, что мы там купили, вы видели. Я чек пробила прямо на кассе самообслуживания, что мы купили. В общем, с мебелью определились. Теперь надо только заказать. Ну, с мебелью в нашу комнату. А с мебелью на веранду еще сейчас в АБИ пойдем. Вкусный, нет? Угу. Ты попробовал уже? Угу. Мы, кстати, никогда в Икее, да, не ели вот это? Вообще никогда. А вот так он выглядит? Первый раз. Я, наверное, на улице выйдусь.